Друзья, приветствую всех. Я Даша Счастливая. Это мой YouTube-канал. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Напишите комментарий, откуда вы нас смотрите. И, конечно, поставьте колокольчик и подпишитесь на мой YouTube-канал. Если вы смотрите это видео на телеканале Прямом, у вас есть возможность, ссылка в описании на мой YouTube-канал, подписаться, перейти. Буду очень признательна за то, что вы поддерживаете наш контент. У нас сегодня эксклюзив. Роман Цветан, военный эксперт, летчик, инструктор, украинский полковник запаса вооруженных сил Украины. Роман Григорьевич, приветствую вас. Здравствуйте. Друзья, мы будем регулярно каждую неделю с Романом Григорьевичем встречаться и обсуждать актуальные, важные события недели. Роман Григорьевич, давайте начнем с последних заявлений Шойгу. Беларуси передан комплекс «Искандер-М». Он может использовать ракеты в ядерном исполнении. Отмечается, что с 3 апреля на полигоне в России начато обучение. Что из этого следует? Чему нам опасаться? Какой должен быть ответ стран-членов НАТО, наших международных партнеров? «Искандер-М», он давно уже есть в Беларуси под управлением россиян. Опять же, передача именно белорусам в управление такого рода комплексов, она не подразумевает передачу ядерного вооружения как такового именно Беларуси, то есть не под управление белорусских войск. Любой ядерный заряд Российской Федерации, он будет под управлением 12-го ГУМО, так называемого. Это 12-е генеральное управление Министерства обороны, которое отвечает в России именно за размещение, перемещение, использование ядерных зарядов. Именно такого перемещения в белорусскую армию не будет. То есть это любое управление именно российскими войсками. И с военной точки зрения это бестолковое движение как таковое, так как перемещение ядерного заряда ближе к границе с вероятным противником, которым является, допустим, страны НАТО, Польша, страны Балтии, та и Украина в том числе, оно с военной точки зрения нецелесообразно. Наоборот, ядерные заряды, ядерные объекты пытаются переместить вглубь территории, то есть спрятать как минимум расстояние. Потому я не думаю, что будет перемещение ядерных зарядов. А передача само по себе «Искандера», она уже ничего не значит, так как там «Искандеров» хватает. И «Искандеров», и других средств поражения. У белорусов есть примерно такого же уровня аппараты типа «Полонеза». Вот в «Полонезе» две ракеты используются китайские, чисто китайские, Си-200, Си-300, идут на 200-300 километров. Ну вот «Искандер» на 500 километров, то есть уровень примерно такой же. Потому я бы не сказал, что это какое-то сверхвеликое событие, больше все-таки информационный посыл. А вот уже как на него реагировать мировой общественности, ну это уже вопрос к ядерным странам. У них есть определенные договоренности, весь этот ядерный клуб между собой он должен договориться, понять, принять, поднять этот вопрос, ну а дальше контролировать. Если они этого делать не будут, то возникнет вопрос у всех остальных почти 200 стран в мире о вероятности закупки или производства ядерного оружия. А это уже совсем не понравится ядерным странам, у которых оно сейчас есть. Я думаю, они этот вопрос решат уже либо в узком кругу, среди ядерных стран, либо, может быть, в широком уже там на уровне G7, G20, а может быть, вопрос и в ООН подымут, но только после того, как снимется вопрос о председательственной Совете Безопасности. Такого рода шаг и такого рода движение. Это вопрос к нашим партнерам. Посмотрим, как они будут действовать. Может быть, опять выразят обеспокоенность, но эта обеспокоенность будет уже для их стран, для их народов и для их территорий. Вот будут сами выходить из этой ситуации. Роман Григорьевич, Финляндия официально член НАТО, 31-я страна, и по сути министр обороны Шойгу, он на это и отреагировал. То есть он отреагировал на это заявлениями, что Беларусь получила авиацию, и «Искандеры» способны наносить тактические ядерные удары. Вообще, вот как вы считаете, что означает для России то, что Финляндия 31-я страна НАТО? Финляндия далеко от Белоруссии. Это вряд ли «Искандеры» там против Финляндии. Дело в том, что Финляндия сама по себе,
Север России, северо-запад России, Кольский полуостров, есть там проблемы в нем, у него от финляндской армии. Финская армия довольно-таки мощная, 250 тысяч человек, 250 тысяч штыков, которые прекрасно, они были вне НАТО, они надеялись только на себя. И весь скандинавский полуостров, это, можно сказать, одна армия. То есть они внутри, и туда же еще можно добавить и Великобританию. Английская армия также со скандинавскими странами уже между собой интегрирована. То есть это одна большая армия, которая сейчас уже юридически еще и влилась в натовские определенные структуры. Для россиян это нерешаемый вопрос абсолютно. Получить несколько сотен километров дополнительно границы с НАТО в чистом виде. Эта проблема, она тем более на Кольском полуострове, ее просто решить невозможно никакими средствами как таковыми. Получили себе навсегда геморрой россияне, они же его и инициировали, то есть этот момент, начиная определенные наступательные действия в сторону Европы, в Украину в том числе. Решить его невозможно никакими методами, еще раз повторюсь, потому теперь россиянам придется с этим жить. Жить до развала Российской Федерации. После развала там будет все проще. Я думаю, вернутся земли, исконно финские земли, вернутся обратно в Финляндию, получат они обратно все эти волости, о которых они мечтают. Я думаю, это будет очень правильно и грамотно. Роман Григорьевич, каков, по вашему мнению, ядерный потенциал России? Он понятен. Ядерный потенциал примерно 1500 зарядов. Это исходит из тех, да, договоров еще между американцами и Советским Союзом. Ну, естественно, как правопреемница Россия его переподписала. Идут были, по крайней мере, определенные до прошлого лета определенные проверки. Новых зарядов они вряд ли произвели. То есть около 1500 ядерных зарядов у них есть. Состояние их, по крайней мере, они давно не проверялись, то есть очень сложно сказать о техническом состоянии и носителей, и самих средств поражения. Но, как минимум, те хранилища, которые американцы еще лет 30 назад россиянам строили, а только они используются в качестве хранилищ ядерных зарядов, они в удовлетворительном состоянии, их и проверяли до своего времени, до прошлого года, проверяли американские определенные лица. Потому можно сказать, что хранилища нормальные, в хорошем состоянии, а вот сами заряды, ну, будем говорить так, пока есть, то есть 1500 зарядов есть, но они еще не использовались, и я думаю, использоваться не будут. Еще бы хотелось с вами поговорить об оккупированном Крыме. Последняя информация пишет Washington Post, что оккупированный Крым готовится к украинскому контрнаступлению. За последние недели оккупанты построили на полуострове целую сеть окопов и заграждений вдоль побережья Черного моря, установили противотанковые обрубки, рвы, артиллерийские орудия. На снимке со стороны озера видна сеть окопов, длина которых в некоторых случаях превышает 900 метров. Там также установлены три ряда зубов дракона, бетонных противотанковых тетраэдров в форме пирамид. Какая ситуация в оккупированном Крыму, как он готовится, ваша аналитика? Ну, вряд ли они сделали реальные какие-то шаги. Ну, максимум это согрелись, выполняя определенные оборонительные укрепление, не более того. Ни одна армия, которая удерживала Крым, не удержала его от той армии, которая наступала с материка. Это просто нереально. Крым сам по себе это котел, это режим оперативного окружения еще до разрушения моста. Ну, естественно, после разрушения моста это полный котел, полное окружение. Любая армия, которая там находится, она ущербна, так как ни производить, ни поставлять вооружение они просто не смогут. Максимум, что у них останется, это армейские запасы складские, тем более, которые будут прорежены, уничтожены нашими дальними средствами поражения. Потому удержать Крым у россиян абсолютно нет никакой возможности после того, как мы выйдем на Азовское побережье. Потому нет никакого смысла в выполнении определенных действий. Это только, еще раз повторюсь, чтобы согреться, не более того, оборонных именно в Крыму.
Крым – это ловушка, это мешок, как угодно называть, котел, то есть это полное окружение после разрушения Крымского моста, которое будет, наверное, в ближайшее время. Есть определенный алгоритм, по которому они выполняли определенные вот эти действия. В общем, все пляжи, большинство пляжей бесплатных, именно они перерыты. Платные пляжи никто не перерывал. Я думаю, здесь еще такой есть меркантильный интерес некоторых хозяев платных пляжей для того, чтобы попытаться как-то загнать оставшихся отдыхающих, либо крымчан, которые приезжают именно на выполнение вот этих платных услуг. А бесплатные практически все перерыты вдоль и впоперек. Никто нападать со стороны моря точно не будет, это просто неправильно, ну, то есть нелогично с военной точки зрения. Заход будет стандартный через Суходол, через Перекоп, Чангар и Арабатскую стрелку. После выполнения определенных действий по уничтожению группировок войск, которые россияне будут пытаться расположить в этом степном Крыму. Север Крыма – это же степь. Это ровная, как стол, поверхность, на которой очень сложно удержаться. Потому хорошо, правильно нанесенный арт-удар, определенная подготовка, авиационная подготовка, они оставят шанса россиянам удержать вход в Крым. Ну а тут та армия, которая заходит на север Крыма, она просто уничтожает уже ЮБК, то есть все группировки военные, которые будут на южном берегу Крыма. Нет возможности, военной возможности удержать Крым абсолютно у россиян нет никакой. У них будет три способа покинуть Крым всего лишь. Это кролем, брасом и по собачьи. Все. Прекрасная формулировка. На самом деле, Роман Григорьевич, еще важная тема – это частная военная компания «Конвой» в Крыму, которая принадлежит Аксенову. Зачем Аксенов создает свою частную военную армию? Насколько эта армия связана с Евгением Пригожиным? Откуда вообще у Сергея Аксенова деньги на ЧВК? Ну, если вернуться к правильным понятиям юридическим, то это не ЧВК, ЧВК вообще непонятно, что это такое. Это ОПГ. Гоблин, Аксенов, это все ребятки из 90-х. Мы у себя их, этих братков из 90-х, передавили. Ну, некоторые пооставались рядом с олигархами, поболтались еще, ну, и думаю, додавим после войны. А эти выжили. В Крыму, в России эти братки с 90-х выжили. Вот этот Гоблин, Аксенов, там Пригожин, это все ОПГ. Организованная преступная группировка, которую они пытаются как-то обелить, выдав за какую-то частную военную компанию, частную армию или еще что-то. Это простая ОПГ. ОПГ может выполнять определенные задачи, связанные с, допустим, с отжимом предприятий, с каким-то крышеванием, ну и с прикрытием телесов тех финансистов, которые эти ОПГ держат, используя определенные понятийные моменты, финансовые моменты, не более того. Ни одной армии ОПГ никогда не была страшна. Любая армия, то есть армейское подразделение, которое финансируется государством, ставится задачей государства, которое в правовом поле того государства, где эта армия расположена. Естественно, живут армейцы по определенным уставам, служат народу. Естественно, для них любое ОПГ – это так, на один зуб. Вот почему ОПГ Пригожина еще до сих пор как-то держится. Их используют, армия российская их использует для выполнения некоторых задач, в основном местных штурмов, то есть уничтожение с помощью живых тел, уничтожение наших средств поражения. Нам приходится на одного, допустим, сидельца из ОПГ Пригожина тратить 10 снарядов. Вот они в таком режиме просто вытягивают наши снаряды. Ну вот еще получится, вернее, создастся это ОПГ Гоблина. Будет та же самая картина. А их разнесут с воздуха авиацией, дальними средствами поражения. А потом зайдут штурмовые отряды вооруженных сил армии Украины, которые просто добьют это ОПГ. Причем чем дольше они будут с оружием, тем, с одной стороны, для нас лучше.
Дело в том, что можно уничтожать без оружия противника нужно брать или в плен, ну а дальше или депортировать, или обменивать. А вот противника с оружием можно сразу уничтожить в правовом поле любого государства. Потому это как раз оптимально. То есть сейчас что делает гоблин? Гоблин собирает своих братков, недобитых в свое время правоохранительными органами той же Украины. То есть просто прокуроры, МВД, они крышевали эти ОПГ. А вот сейчас они попадут просто под удар уже вооруженных сил Украины. А в ВСУ нет прокуроров. Там никто не будет спрашивать какие-то смягчающие обстоятельства или еще что-нибудь для того, чтобы вывести из-под судебного преследования. Будут убивать сразу. Там еще не будет, там не хватит и секунды для того, чтобы даже успеть сдаться. Потому, я думаю, здесь даже какой-то плюс есть для уже тех людей, которые будут жить в Крыму, а это, скорее всего, будут УБДшники. Самый оптимальный вариант в Крымской области, после переименования республики в Крымскую область, а там будут уничтожены россияне с оружием, из Крымской области будут депортированы россияне без оружия, останутся очень много свободного жилья, и туда будут переселены, оптимальный вариант переселить участников боевых действий. У нас в основном все УБДшники и раненые, и контуженные прошли определенные, надо проходить определенную психологическую лечебные мероприятия. Это самое оптимальное делать в Крыму. Я думаю, Крымская область будет в ближайшее время именно заселена УБДшниками и их семьями. Это самый оптимальный вариант, кстати. Роман Григорьевич, вот поражение Вагнера в Бахмуте, безусловно, мы знаем о том, что Вагнер понесет поражение. Означает ли это фактически, ну, так называемую смерть Пригожина вообще? И в то же время, возвращаясь к этим ОПГ, частным военным компаниям, все командование конвоя, так пишет статья журналиста, бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер», командир конвоя Константин Пикалов, это правая рука основателя ЧВК «Вагнер», об этом пишут важные истории, он, Пикалов, фигурирует в расследовании «Блинкет» и «Инсайдер» 2020 года как единственный человек в ЦАР, который без страха и на равных разговаривает с Пригожиным. То есть, по сути, Пригожин хочет еще показать, что он еще Крым будет защищать. То есть он вот Бахмут защищает и дальше будет Крым защищать. Ну, скорее всего, ОПГ Пригожина уже не нужно российской элите. Верхушке, она никогда не была нужна Министерству обороны, любая армия выдавливает из себя инородное образование, либо их стачивает, использует для определенных целей и дальше просто выбрасывает. Пригожин уже не надо России абсолютно, и той России, которая сейчас еще есть, и тем более той, которая уже будет, потому он ищет себе место под солнцем. В Питере ему показали, что ему там не жить, после того, как начали взрывать вот этих товарищей макеевских в пригожинских кафешках. Это такой посыл Пригожину, что Питер не для него, или он не для Питера. Потому ему надо где-то найти определенное место для дальнейшего существования. Одно из них – Крым, хотя вряд ли, то есть после захода туда в СУ, я уже рассказал, там нет никакой возможности не удержать его, не как-то противодействовать, и никто церемониться, естественно, не будет. А если еще наши хлопцы, которые будут заходить в Крым, узнают, что это ОПГ Пригожина, ну, там вообще будет такой хорошая мясорубка, причем без возможности, никакой возможности скрыться. Это еще, с одной стороны, еще раз повторюсь, подарок. Я думаю, Пригожин будет уходить в Африку, то есть туда, в Буркина-Фасо, Уагадугу, столица, может быть, переименует ее в Пригожинск, если останется жив, так как на него зуб не только у украинцев, я думаю, у спецслужб российских, у Министерства обороны российского, которое выполняет вот даже эти же взрывы в Питере, то есть уже намекая Пригожину, что пора уже давно. Я думаю, он вряд ли доживет до переезда в Африку. Этот вопрос, думаю, решится в ближайшее время. Бахмут он не взял, не возьмет. Естественно, нечем ему прикрыться от каких-то наездов на себя со стороны недоброжелателей российских перед Путиным. Путину он тоже уже не нужен. То есть отработанная уже
ситуация и допуска к телу, я так понимаю, у Путина, к Путину у него уже просто нет. Роман Григорьевич, еще важная тема, об этом сообщила команда Алексея Навального, что на Красной Поляне в Сочи, где находится секретная резиденция президента Путина, установили зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». О чем это свидетельствует? Чего боится Путин, по вашему мнению? Это говорит как минимум о том, что в том районе нет системы противовоздушной обороны. Там, где есть многоэшелонированная система ПВО, панцирь как таковой не нужен. Панцирь – это армейское средство, зенитно-ракетный комплекс армейского уровня, да, радиус около 20 километров его работы. То есть он прикрывает некоторые армейские там склады, штабы, может быть, в движении работать, то есть еще и мобильный комплекс. А если его где-то ставят в каком-то районе, в глубине, это значит, там полностью отсутствует ПВО. Потому что любое ПВО, если накрыто, ему панцирь не нужен. То есть здесь либо одно, либо другое. Потому наличие панциря как раз об этом и говорит. Это значит, в радиусе 20 километров что-то будет прикрыто, а вот все, кто живет за этим радиусом, ну, добро пожаловать в ад, как это говорится. Вас сверху никто не прикрывает. Давайте поговорим о наступлении оккупантов. Американский институт изучения войны говорит о том, что россияне провалили так называемое большое зимнее наступление. Россия не смогла добиться поставленных целей во время этого наступления. Целью оккупантов был полный захват Донецкой и Луганской областей. И эту задачу россияне должны были выполнить до 31 марта. Что скажет Роман Светан? Что будет дальше? Чего мы ожидаем? Учитывая то, что британская разведка сообщает, что еще плюс 400 тысяч оккупантов готовит Россия. Не готовит. Россия нам пытается их собрать, потому здесь они это все декларируют, эти 400 тысяч с прошлого года. После того, как россияне приняли указ о расширении списочного состава армии вооруженных сил Российской Федерации с 1 150 000 до 1,5 миллионов. Вот где-то 350 тысяч, ну сейчас они еще 50 тысяч потеряли, то им надо еще плюсом 50 восстановить. То есть вот 400 тысяч человек они пытаются с прошлого года поднять и привлечь на контракт. У них за полгода ничего не произошло, потому однозначно ничего не произойдет и за будущие полгода, особенно после нашего наступления. Потому эту цифру можно даже не воспринимать как готовую или которая может быть даже каким-то боком выполнена. То, что они хотели сделать, да, действительно, до 31 марта стояла задача максимально занять на украинской территории. Дело тут может быть не только в Донецкой области, в любом направлении, если получится. Почему до 31 марта? Потому что с 1 апреля Россия надеялась, возглавив Совет Безопасности ООН, Совбез, перевести как-то в режим, уже перевести в режим заморозки конфликта. Вот то, что они сейчас будут пытаться сделать с помощью Си Цзиньпиня, вот этих всех ядерных махалок, с помощью Искандеров, с того же Лукашенко. То есть они будут в течение этого месяца пытаться заморозить конфликт на том уровне, на котором сейчас проходит линия фронта. Вот потому и стояла задача именно до 31, то есть до 1 апреля, занять максимальное количество территорий, чтобы можно было ее застолбить. Ну, только количество, вернее, те несколько десятков квадратных километров, которые они за это время заняли, ну, абсолютно никакой пользы для россиян не принесли, тем более перевели еще в худшее положение. Все наступающие части российские сейчас находятся с точки зрения оперативно-тактического военного искусства в худших условиях, чем в тех, которых они начинали. То есть им для улучшения своих позиций нужно откатиться на те рубежи, на которых они были 3 месяца назад, это как минимум, потому что все эти лепестки, которые они сейчас выбросили и движутся, при нашем наступлении они будут срезаны в первую очередь, они это прекрасно понимают, потому эту задачу они точно не выполнили. Откатятся сами, либо мы их просто срежем и отбросим. Ну а в ближайшее время
Россияне попытаются еще до конца месяца, может быть, через неделю-полторы, как только станет более-менее сухая погода, использовать технику. Также будут пытаться выйти на определенные рубежи, попытаться отодвинуть, допустим, от Донецка линию фронта, это Авдеевка, Марьинка. Может быть, вопрос попытаются решить в районе Луганского направления от Купянска до Кременной, но не более того. То есть это на все, на что их еще хватит. Ну а дальше уже наши наступательные действия. С конца апреля, вот сейчас мы начнем, скорее всего, с этой недели начнем артподготовку, подготовку уже к наступлению, начнем выносить все позиции россиян на дальность поражения наших средств, которые у нас сейчас есть, это будут и массированные атаки БПЛА, и ракет, и дальних планирующих бомб. То есть будем выносить склады и логистику российскую. Ну а дальше, скорее всего, под конец месяца, с начала мая, уже посуху, начнем выполнять определенные наступательные действия по тем направлениям, которые определены Генштабом и будут приняты к исполнению. Роман Григорьевич, хотел бы, чтобы вы также прокомментировали, дали вашу оценку заявлением, что Гиркин, террористы компании, создают грустный, депрессивный клуб рассерженных патриотов. А они говорят так: мы движемся к военному поражению. Мы – это значит оккупанты. Идея клуба строится вокруг поражения России в целом, что добавляет уверенности, что членов в их узком кругу будет только увеличиваться. Роман Григорьевич, какие проблемы сегодня есть у российской армии и для чего Гиркин делает такие постоянные упаднические заявления, создает такой клуб? Ну, я бы не сказал, что они упаднические, они реалистичные. Просто любой военный, он реалист. Причем всегда любой военный проигрывает самый худший вариант. Для того, чтобы быть готовым к худшему варианту, ну, любой лучший уже будешь готов априори. Потому и Гиркин проигрывает худший вариант, который может быть, а это реалистичный вариант, полный разгром российской армии, уничтожение российской армии на территории Украины, а дальше определенные катаклизмы уже в самой России, которые под давлением не военного, а экономическим давлением уже мировым, начнет разрывать Россию на определенные части. Разрывать в том смысле, что люди, которые будут жить или живут сейчас в определенных образованиях, федеральных, может быть, там государственных, есть республики, там 21 республика у Российской Федерации. Это помимо того, что есть еще несколько десятков других образований. То есть будут принимать решения по снабжению и финансовому снабжению своих структур, своих органов. А это оптимально делать как раз в разорванном на определенные части государстве, так как малую территорию намного проще и понимать, как ее обслуживать. То есть именно к этим процессам уже готовятся Гиркин и компания. Причем с точки зрения геополитики они очень правильно и грамотно делают. Им же надо где-то в конце концов забазироваться, где-то потом подаваться на какие-то пенсионные выплаты, то есть как военным. Особенно это у военных проблема. Военные ничего кроме воевать больше не могут. И они живут либо на денежное содержание, пока служат, либо на пенсию военную, когда уже перестают служить. Потому вот десятки миллионов военных россиян, которые есть, у них большая проблема. И вот они сейчас уже начинают искать границы своего ареала, или по крайней мере их прорабатывать, собирая определенные военизированные формирование как раз в основном из отставников, военных отставников. Это те, которые, еще раз повторюсь, живут на военную пенсию. После развала Российской Федерации им кто платить-то пенсию будет? Естественно, ни НАТО, ни ООН платить военную пенсию российским военным бывшим никто не будет. Вот у них действия. Они это все спрогнозировали. Сейчас посмотрим, где они будут базироваться. Не можно будет сказать тогда, какой ареал именно популяция Гиркинов будет занимать. Ну, а дальше уже посмотрим, как будет развиваться сами события по развалу Российской Федерации. Роман Григорьевич, давайте еще проговорим, какая ситуация в Бахмуте, анализ карты боевых действий. Вы это традиционно делаете в разных эфирах. Ну вот Малер говорит о том, что ситуация в Бахмуте очень напряженная, несоизмеримо высокие потери у россиян, не останавливают россиян. Более того, враг делает попытки задействовать не только вагнеровцев, но и профессиональные подразделения десантников.
Понятие профессиональное подразделение десантников, оно ушло в лету, кануло в лету. В прошлом году были уничтожены все профессиональные подразделения десантников. Практически вся профессиональная армия в прошлом году была уничтожена. У россиян было профессионалов около 100 тысяч, вот они погибли в прошлом году. Им поставили невыполнимую задачу, политики поставили невыполнимую задачу перед профессиональными военными напасть на 40-миллионную страну. Это просто нереально. Они убились, естественно, мы понесли большие потери, так же, как и россияне, но мы уничтожили российскую профессиональную армию. Поэтому сейчас говорить о профессиональных там, военных российских не приходится. Любого профессионала готовят годами, иногда десятилетиями. Летчика до 10 лет готовят. Тратятся миллионы долларов для того, чтобы одного человека подготовить. Естественно, это касается и всех остальных профессионалов. Поэтому можно говорить о том, что есть некоторые части российской армии линейные, их просто называют линейные части. Они укомплектованы в основном теми частично мобилизованными. Это сейчас уже основная статья укомплектования российской армии, которые пришли на клетки списочного состава некоторых частей. Вот если человек пришел на клетку, на список воинской части, которая называлась, раньше называлась там десантной, ну вот он вроде как десантник. Ну у него от десантника это может быть берет или шапка-ушанка, больше ничего. То есть там профессионализма как такового нет. Профессионализм, еще раз повторюсь, годами восстанавливается и получается. Почему ОПГ Пригожина добавляют именно вот такие линейные части российские? Потому что стачивается ОПГ. ОПГ перестала набирать сидельцев, как раз вот прямая связь. Сидельцы осужденные попадали куда? В ОПГ. Вот они в ОПГ попадали, их уничтожили. Сейчас нехватка. ОПГ основную часть начинает, так называемый золотой свой запас уже тратит. Но количество войск недостаточно. Именно одного ОПГ Пригожина на Бахмут. Потому приходится добавлять еще вот таких частично мобилизованных под видом воздушно-десантных войск, десантников таковых. Количество просто очень большое. То есть именно количеством, живой силой россияне пытаются забросать наши позиции, теряя очень большой этот потенциал, но тем не менее эту задачу пытаются выполнить, так как невыполнение такого рода задачи ведет к дальнейшим действиям российских военных. Они должны принять решение на отход от Бахмута до Попасной. У них нет рубежей обороны. Они сейчас удерживают их за счет как раз наступательных действий. Лучшая оборона – это наступление. Это не просто так сказано. То есть пока ты наступаешь, ты можешь не обороняться. Но если ты перестаешь наступать, у тебя надо начинать думать, а где же у тебя линия обороны. А она у них аж за Попасной. Это за Попасной. То есть пока у них есть определенный живой ресурс, они будут его бросать на Бахмут. И это для нас, конечно, большая, большая проблема. Мы их будем там удерживать. Линии обороны выбраны в Бахмуте правильно, грамотно. Иногда проводим определенные перестановки, двигаемся. Ну, для этого и есть режим активной обороны, так называемой. Главное нанести максимальное поражение противнику, что и происходит в Бахмуте. Роман Григорьевич, хотел бы, чтобы вы оценили заявление спикера Воздушных сил, Вооруженных сил Украины Юрия Игната. Он сказал о том, что в настоящее время на вооружении нашей страны есть 5 бригад истребителей. 2 бригады Су-27 и 3 бригады МиГ-29. Достаточно ли этого, по вашему мнению? Ну, количество бригад достаточно, с одной стороны, но недостаточно количество самолетов в каждой бригаде. Есть так называемый списочный состав и реальное количество. Так вот, в списочном составе бригады либо 2, либо 3 эскадрильи. Оптимальный вариант – это 3 эскадрильи по 12 самолетов. 12 самолетов эскадрилья, 3 эскадрильи – 36 самолетов, звено управления – 4 самолета, комбриг, 2 зама, зам полетный, зам по боевой и начальник штаба летающий – 40 самолетов. А вот то, что у нас должно быть 40 самолетов в бригаде и 5 бригад – это 200 самолетов. Вот у нас должно быть 200 самолетов, а у нас и половины этих бортов нет.
Потому 5 бригад у нас есть, а бортов реальных в каждой бригаде просто не хватает. Сейчас нам передают определенное количество бортов, около 3 эскадрилей. Одна эскадрилья, то есть в районе 12 самолетов словацкая, пару эскадрилей, скорее всего, будет передавать Польша. В первом звене мы уже услышали. То есть это всего лишь, я думаю, только половина на восстановление наших потерь, которые мы понесли в прошлом году. А реально нам надо, этого не хватит однозначно для выполнения тех всех задач, которые могла бы выполнять наша авиация, которая у нас, кстати, не существует уже несколько десятков лет. В начале 2000-х была реорганизация, военные воздушные силы Украины почили в БОЗе. Можно так сказать, их перевели в режим авиации к воздушным силам, прошла реорганизация, мое мнение, это была реальная диверсия, когда авиацию подчинили зенитчикам, то есть начали зенитчики использовать авиацию как просто платформы для переноски ракет, не более того. Зенитчики не понимают, как можно использовать авиацию, их этому просто не учат. И пока не будет восстановлена военно-воздушные силы Украины с командующим именно в ВВС, то толку с авиацией как таковой не будет, даже если нам и передадут F-16. То есть нужна реорганизация. Какой уровень или, допустим, целесообразность проведения реорганизации во время боевых действий, это уже вопрос к Генеральному штабу и к секретариату Совета безопасности, это пусть они решают, но оптимальный вариант это восстановление военно-воздушных сил Украины со своим командованием, со своим финансированием. Вот после этого только мы получим реальную силу в качестве истребителей, ну и остальных средств поражения авиационных. Пока этого не будет, пока авиация будет подчиняться зенитчикам, ну, она не раскроется в полном объеме, просто не раскроется, нет механизма. А надо 200 F-16 реально, для того, чтобы цифру в 200, я уже говорил, 5 бригад по 40 самолетов, 200 самолетов, 200 F-16, именно эти платформы смогут использовать, каждая платформа может использовать до сотни разных видов средств поражения. Вот каждый самолет до сотни разных, то есть в зависимости от задач. Летчики могут быть подготовлены на этих самолетах очень быстро, переучены. У нас в достаточном количестве сотни летчиков первого-второго класса, которые могут выполнять задачи боевые на такого рода самолетах. Осталось только политическое решение о передаче нам этих бортов, ну и дальше уже действия по выполнению боевых задач. Ну а политическое решение, оно, скорее всего, завязано на определенные геополитические договоренности, в которые включены проблемы не нашей страны. Проблемы Израиля, они передаются до сих пор Су-35 Ирану. Проблемы еще каких-то стран. То есть вот эта завязка на геополитику, она, в конце концов, нас добивает в этом смысле. То есть мы зависим, очень сильно зависим от вот этих вот растяжек, этих договоренностей, которые, ну, по нам просто бьют, потому что мы каждый день теряем людей, которых могли бы не терять, включая тот же летный состав, который очень сложно учить, подготавливать. Миллионы долларов на одного летчика тратятся, а мы сейчас теряем и летчиков, и самолеты как раз из-за того, что на голову ниже по тактико-техническим данным наших самолетов от российских, от нашего противника. Роман Григорьевич, вы сказали 200 F-16. Тут важный тоже момент. Вот, ну, мы знаем о том, что министр обороны Ллойд Остин сделал заявление, что он допустил передачу нам F-16, но не сейчас, через 1,5 года. И вот военный аналитик господин Гетман сказал, что даже 20-30 самолетов F-16 дали бы нам полное преимущество в воздухе. Алексей Гетман считает, что F-16 гораздо лучше современных российских самолетов, а СМИГ-29 даже в количестве 500 или 1000 мы сможем достичь в лучшем случае приблизительного паритета с самолетами врага. Вот что вы скажете на эти заявления? Ну, с МиГ-29 мы даже с миллионом паритета не достигнем с россиянами. Они на голову выше, они уже ушли вперед, у них самолеты 4++, и Су-30, и Су-34, и Су-35 на голову выше всех МиГ-29 вместе взятых.
потому здесь не согласен. МиГ-29 в этом смысле просто мусор с прошлого тысячелетия, если смотреть на те самолеты, которые выполняют сейчас задачи модернизированные. Потому однозначно только F-16 в этом смысле. Платформы в качестве платформ для выполнения боевых задач в зависимости от того вооружения, которое они будут нести. F-16, он может выполнять задачи перехватчика. Это особенно от блока 50. Опять же, F-16 и F-16 рознь. F-16 сам по себе тоже 40-летний самолет, но модернизованный и выпущенный вот за последние десятилетия. Это уже грозная сила. Они могут нести, во-первых, авионику, средства обнаружения от 400 километров. Радары стоят примерно такие, как и F-35. Дальностью за больше 400 километров по видимости, могут нести ракеты с дальностью больше 200 километров. То есть вот такие параметры делают этот самолет неприступной крепостью, которая, ну, во-первых, к нему подойти даже нельзя. Не то, что там как-то нанести. Не подойдешь, он завалит еще на больших дальностях. Российские самолеты все, буквально все, которые у них есть. Потому 20-30 самолетов, ну я бы не сказал, что они большую погоду сделают, то есть они выполнят определенную задачу на некоторых участках фронта, не на всех. Но на том участке фронта, который будет определен как для наступления, этого хватит. То есть это примерно бригада, то есть 2-3 эскадрильи, вот 30, ну 24-36 самолетов. Типа F-16, они, конечно, прикроют, с одной стороны, наше наступление, прикроют с воздуха и организуют поддержку наступательным действиям. Но, опять же, это только на одном направлении, а этого мало. То есть одной бригады все-таки будет мало. Оптимальный вариант – это три бригады. Как минимум должно быть три направления для наступления. Одно основное, два второстепенных, которые любой из них потом может стать основным в зависимости от развития событий. Поэтому оптимальный вариант иметь три бригады – это где-то под сотню самолетов. Это то, что нам надо минимум для выполнения наступательных задач. Мы можем это иметь, даже не рассчитывая на полтора там, или два года. О чем говорит Остин. Остин говорит о полном перевооружении нашей авиации. Это как раз то, что мы сейчас с вами говорили. То есть, когда надо 200 самолетов поставить, убрать все МиГ-29 и Су-27, поставить 200 самолетов, для этого надо оборудовать аэродромы, аэродромы подскока, аэродромы технического обслуживания, целые заводы поставить по техобслуживанию, технико-эксплуатационные части. Вот для этого надо около полутора лет, это минимум, хотя, если честно, то 2-3 года, не меньше, для вот такой масштабной передачи. Для выполнения боевых задач в режиме аэродромов подскока, допустим, мы можем это сделать за несколько недель. У нас несколько десятков аэродромов, которые могут принимать F-16 с базированием, правда, в европейских странах. То есть они должны обслуживаться на европейских авиазаводах, а выполнять боевые задачи уже с аэродромов подскока у нас, используя практически любой аэродром. Для этого хватит переброски аэродромно-технического оборудования, несколько Galaxy транспортников, которые перебросят оборудование для обслуживания, для предполетной, послеполетной, межполетной подготовки, определенное вооружение и дальше работа с аэродромом подскока. Этот механизм можно организовать, еще раз повторю, за несколько недель. Роман Григорьевич, в завершение нашей с вами сегодняшней дискуссии, нашего интервью, я бы хотела, чтобы вы прокомментировали, дали оценку двум заявлениям генерала Милли. Он их сделал на этой неделе. Во-первых, он прокомментировал вероятность победы Украины в этом году. Цитата. Он считает, что победа Украины в войне против России в этом году маловероятна. Хотя я не сказала, что этого нельзя сделать. В то же время мы понимаем, что F-16 пока что нам не видать. И дальше Милли говорит о том, что США думают над поставками Украине дальнобойного оружия, но не атакам, дальность действия оружия. Я думаю, что это есть некоторое преувеличение того, что может сделать атакам. То есть он считает, по его мнению, что важность дальности действия ракет атакам преувеличена. Что вы скажете? Ну, если он имеет в виду, допустим, передачу нам томагавков, так мы за.
даже двумя руками за, даже тремя, если у кого-то эта рука Да. вырастет. Потому здесь однозначно могут атакамсы себе оставлять. Передайте нам несколько тысяч томагавков, а их тысячи произведенных, и нам это атакамсы вообще не нужно будут. Ну, если это с этой стороны смотреть, да. Плюс есть уже понятные некоторые решения, которые мы можем выполнять. Допустим, те же ракеты «Скалп», ну, это «Шторм Шэдоу», если британский вариант. Хорошая крылатая ракета с дальностью от 300 до 700, до 1000 километров, в зависимости от модификации. Этой ракеты, опять, она есть в достаточном количестве. То есть реально их намного больше, чем тех же атакамсов. Просто метод применения другой. Атакамс — это все-таки ракета баллистическая, которая запускается с... У нас уже есть это стартовые платформы с Хаймерсов или с МЛРСов. То есть это очень быстро было бы. Пришли пакеты с атакамсами, вставили в Хаймерс, дальше набрали точку на карте, и ракета ушла, поразила эту точку. А вот с, допустим, Storm Shadow будет чуть сложнее. Нужны определенные платформы для ее запуска. Либо морские платформы, либо наземные переделанные, как вот мы в свое время «Гарпун» приземлили. «Гарпуны» — это же все-таки морского базирования и авиационного базирования ракеты противокорабельные. Мы их приземлили, ну не мы, а наши партнеры вместе с нами. И мы в конце концов запускаем их с наземных стартовых установок. Вот запуск «Storm Shadow», «Скальп», если подготовить к наземным пусковым, к наземным пускам, то в принципе без проблем. Хотя тот же «Скалп» можно попробовать даже на МиГ-29 подвесить и запускать с МиГ-29 или Су-27, что лучше, он потяжелее сам по себе самолет, может брать пару как минимум этих ракет, а уже в мозги загонять точку удара на земле. То есть эти механизмы можно проработать. В принципе, как говорится, мы же украинцы, с помощью кувалды и какой-то матери может что угодно, к чему угодно присобачить. Потому абы только было что. Если передадут ракеты, то, я думаю, мы их будем использовать. И именно на это намекает и президент на этой неделе. Я думаю, эта неделя будет действительно, если президент прав с его намеками, очень такая насыщенная хорошими определенными действиями и положительными моментами для нашей армии, для Украины в целом. Но мы можем с вами сказать о том, что деоккупация Крыма военным путем — это зависит от предоставления нам дальнобойных ракет. Другого пути деоккупации Крыма нет. Нет никакого другого, кроме военного пути. Варианта два. Либо мы ракетами дальнобойными забрасываем и уничтожаем все 150-170 военных объектов в России, и они просто потом как кролики поразбегаются, как сайгаки будут носиться по этим степям крымским, искать выход к Азовскому побережью. Либо нам придется заходить, но тогда Крым останется практически нетронутым целым. А вот если нам придется заходить без дальнобойных ракет в Крым фронтально, то с Крыма будет примерно то же самое, что сейчас будет с Донбассом. Такой лунный ландшафт. И первый, и второй вариант мы его будем однозначно использовать, если не будет... Второй вариант будем однозначно использовать, если не будет первого. Потому все зависит от наших партнеров, от передачи именно дальнобойных ракет. Друзья, спасибо, что вы нас смотрите. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Напишите комментарий, откуда вы нас смотрите. Напишите, что вы думаете о войне России против Украины. Мы с Романом Григорьевичем будем каждую неделю встречаться на моем YouTube-канале «Даша Счастливая». Телеканал «Прямой» тоже будет показывать. Если вы смотрите нас с телеканала «Прямого», прошу, пожалуйста, дальше, ниже есть ссылка на мой YouTube-канал, подпишитесь. Мы на самом деле занимаемся тем, чтобы бороться с российской информационной пропагандой. Поддержите украинский контент. Роман Григорьевич, я вам благодарна за то, что вы нашли эти 50 минут в компании моего YouTube-канала «Даша Счастливая». И до скорых встреч. Слава Украине! Героям слава! До свидания!